Говорят, что разворачивайтесь, ребята, вы там, там завалено все так, что... Давайте так, что на просеку налево пойдем. Тем более он живет буквально вот 30 метров от окраины леса. Фактически через дорогу лес. Не, он не ходил там далеко, наверняка, потому что даже я, взрослый человек, не могу пойти далеко. Я могу знать какой-то кусок леса. Одна группа пошла следовать этот квадрат, другая группа пошла тот. Ребенок, он не глупый, он все не пойдет по лесу блукать. Он будет выходить на более-менее, ну... И приехали вообще сюда, потому что детенок потерялся. И вот ищем его уже второй день. У нас дети такие же дома, так поэтому мы как бы относимся как к своим. Я ничего не понял. Даже то, что мы сегодня смогли обойти, мы просто бы не обошли. Несмотря на то, что да, там многие приехали в кроссовках, без сапог, без какой-либо одежды, но люди были готовы идти, но их не было людей, которые готовы были бы их направлять. Я пусто. Везде, во всех направлениях ищем, потому что у нас конкретного факта какого-то направления движения нет.